Всем привет, друзья! В этом ролике я покажу вам геймплей с самой убойной винтовкой в Warzone 2. Бля, прям передо мной. Эта пушка может похвастаться самым низким ТТК среди всех автоматических винтовок. Однако с ней мало кто играет, так как у нее очень неприятная отдача. И про стрельбу на дальней дистанции можно и вовсе забыть. Но вот на ближнюю и среднюю дистанции в правильной сборке Lachmann 7.62 показывает просто невероятные результаты, перестреливая практически любое оружие. Самое главное, старайтесь первым выстрелом попасть сразу в голову, и тогда вы не оставите противнику шансов. Сборка на эту винтовку, ровно как и на другое оружие, есть в нашем Дискорде и Телеграм-канале. Ссылки на них вы найдете в описании. Далее будет геймплей. Если видео вам понравится, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Этим вы окажете мне огромную поддержку. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Лежать. Так, пора съебываться отсюда. Один дробовик в руках, блять. Пойдет. Так, смотрим, где кто. И вот он одной. Вот он родной, вот он родной. Отличная работа. О, за пушкой. И по коням. Погнали, сейфы заберем сейчас. И опять вернемся сюда, наверное. Так, где-то здесь чел был. Дроном прочекаем. Стоп, ну он тут и сидит, походу, блядь. Вообще, блядь, не вылазит из этого дома. Че, с ума сошел совсем, что ли? Там жить собрался. Да, вот он. Так, ну что, за бричкой? За бричкой или магаза? Можно сразу в обсерваторию. А, понятно, маркер опять не ставится, забагался. Блять, тут уже никого нету. Великолепно. Вот чел какой-то на дороге. Родной, ты куда? Куда летишь-то? Да ё-моё, как ты выжил, чувак? Ты чё, гонишь, что ли? Как живет этот тип? Ладно, этот упал пока. Так, где-то это должен быть слева сейчас. Походу, он уже прошел. Пора двигаться, а то зона давит. Сюда. Ну и где он? Давай, родной. Текай оттуда. Это заманал, блядь, со своими, блядь, этими. Сейчас пока почекаем. Нихера тут народу. Ё-моё, а чё они здесь все скопились? Сука, я тебя же достану сейчас. Сука.
отсюда. Так, здесь пока чисто. Ребята, ну вы где есть-то, блядь? Не хуже гильотины. Давай, давай, давай. Блять, хуёво пострелял. Блять, только не меня, пожалуйста. Все, нету плашек. Сюда. Да, пушка, конечно, скиллозависимая, определенно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите новые видео.